Школьные базары заработают в начале августа. Об этом сообщили в Управлении торговли и услуг горисполкома. Торговые ряды установят позже обычного. Специалисты отметили, коррективы внесла пандемия. Рекомендации медиков по профилактике инфекции ограничивают любые ярмарки. Напомним, шатры со школьной одеждой, обувью, рюкзаками и письменными принадлежностями из года в год располагаются на площади Победы и вдоль Социалистической.